Ярославская область станет одним из регионов организаторов юбилейного праздника, посвященного 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Эту дату Россия отметит в 2021 году, но подготовка уже в разгаре. Программу торжества обсуждали члены оргкомитета во главе с министром культуры Владимиром Мединским и при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Встреча состоялась в храме Христа Спасителя в Москве. Всего программа насчитывает свыше 130 пунктов. Часть из них касается благоустройства города, связанных с именем Александра Невского. Разумеется, большая реставрация придет на малую родину князя в Переславль-Залесский. Там приведут в порядок памятник Невскому и Спасо-Преображенский собор, в котором крестили князя. Патриаршим советом совместно с профильным департаментом Минкультуры отобран и согласован ряд объектов культурного наследия, которые надо привести в порядок к юбилею. Отбор осуществляется только на основании обращения епархии, поддержанных патриархом. Мы уже получили 4 заявки от Ярославской области. Они поддержаны, их мы профинансируем в 2020 году, если получится, уже из экономии этого года. Также сейчас оргкомитет занят отбором заявок на создание полнометражного мультфильма о подвигах Александра Невского. Среди авторов значится имя нашего прославленного земляка, лауреата премии «Оскар», мультипликатора Александра Петрова. В Ярославской области сейчас думают о создании образовательных программ и туристических маршрутов, связанных с именем благоверного князя. Некоторые события уже стали неотъемлемой частью календаря. В рамках комплексной программы «Александровские дни» проводятся предусмотренные планом открытый хоровой фестиваль памяти святого благоверного князя Александра Невского, молодежный форум «Александрова гора» и интеллектуально-патриотическая игра «Меч Александра Невского».